Десятки тысяч лет назад ветры пустыни, вода, размывающая мягкие меловые породы, и землетрясения начали создавать это ущелье. Природа – лучший творец, фантазер и благословенный художник. Около 3 веков до новой эры на Батее построили между небом и землей город Авдас. Это была главная стоянка на пути благовоний. Каньон является частью национального парка Эйн-Авдат и находится в нескольких километрах от кибуца Сдебакер и в 50 километрах от Бершевы.